Так, время у нас позднее. Дмитрий взял судака нереально огромного. Дима, да давай его зажарим. Нет, сходи, позови деду. Ну, пожалуйста. Ну, что ж ты сделал? Это благородный поступок. Красавчик Димас. Родина тебя не забудет. Основная леска. Тут даже не леска, а мононить. Мононить. 0,3. Так, от нее идет. От нее потом стоит грузило. Грузило, сейчас, подождите секунду. Так, грузило от него. Пунцовая. Потом идет почти метровый поводок. Леска. Леска 0,24. А крючок у вас какой? И 9-й крючок. Ну, полетели. Не хуже балхаша. Да не. Сейчас. Димон, Ялта. Вот утро. Супер-пупер, рыбаки спят. Я героически встал. Правда, не знаю, сколько время. Пойду ловить щуку. Гипер-рыбак. Ты извини, конечно, но утро шикарное, блядь. Давай вставай. Дима, давай подъем. Дима, дома будешь спать? Подъем. Сейчас мы откроем багажник. Он хапанет свежего воздуха и за***бись будет все. Ты посмотри, какое утро, Дима. Сейчас какая-то из них дергалась. Какие-то кони, блядь, в воде прыгают. Вон там, пойду я их поймаю. Отсекет, высекает. Thank you.
это подсечка, блядь. Дикая подсечка. Есть. Вот, не зря я ждал, блядь. Во-во-во, а это что? Нихуя себе, блядь. Не материтесь на камеру. Да ну. Да не тебя пусти, надо шутку сверху. Да ладно, че вы. О, что там? Штука, блядь. Суртан. Да. Так, а у меня сюда, короче, смотри, как пошел. Не, блядь, ну, я два ответил. Дима качественно снимает. Хороший судак, пацак. Щука, блядь, да. Отпускайте, отпускайте. Ко мне веди. Нет, сюда. Тихо, 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 тихо. Давай сюда. Да, я сам возьму. Блядь, под пузо лез. Да, да, вот эти. Где зажим? Отпусти, дай мне. Вот здесь вот. Вытаскивай, укидывай нах на берег. О, ты, держи. А, там же еще это зацепил. Все. Сказать вам, дорогие друзья, мне понравилось. А вам, Дмитрий? Нормально. Ну, вы видели, да, наш уловчик? Ну, не шибко, но и немало, я бы сказал. Судака взяли. Лещ килограммовый.